заканчивать. Время мое вышло. И мы еще про эту дурь. И про эту дурь. Понимаете? Вот. Про эту дурь. Я не могу иначе. Вот. Люди никогда не видели. Те, кто пишет статьи про нее. Пугают, вернее, пугают. Вот. Сколько еще интересного нас ждет. Сколько еще интересного. Ну, сейчас, знаете, напоследок. Только мы потом подробно прочтем. Это очень важно. Человек знает слово инфицирование. Ему 63 года. Так? Внимание! Несмотря на свои 63 года, поступила в магистратуру сельхозинститута. Направление садоводства. Что, получается, есть такое? А говорили, что как это садоводство? Нет. Чтобы сознанием дела и с вашей методикой вырастить свой сад, сколько успею. И тогда я вот это написал. Время, проведенное в саду, не засчитывается срок жизни. Я уже так говорю, если вам 63, так, а женщины живут в среднем на 15 лет больше мужчин, а я еще жив, значит, получается, и тоже в саду, жить вам до, это минимум, до 85, я имею в виду активный возраст. У меня же активный, да, 15 ваших накидываем. Так, когда это старше моих 70, 85-го активный возраст. Ну что, я думаю, что итого 7 и 15. 23 года активных вас ждет. Ну, я беру статистику. Это статистика. Есть такое понятие. Закон больших чисел. Есть, допустим, теория вероятности. По ней вам еще получается 7 и 15. 23 года вы можете продать. Так что в магистратуру вы поступили вовремя. Успели. Вот. А главное, вот это вот. Вот это вот главное. Ну, еще потом вот про это, Елена Александровна. Или вы это срежете, то самое розовое, вспоминаем о Чернобаева, привито мной на абрикос, слива розовая. Что будем иметь, надо продолжать. Все, дальше боюсь говорить, потому что мы с вами только одну треть посмотрели, что я приготовил. Долго говорил, вот, но даже то, что я говорил про трусы и про то, что мужчины в трусах – это потенциальный гей, или в лучшем случае слабый мужчина, потенциально сильный в слабое, потенциально слабое в гей превращается. Трагедия для родителей, для всех, для них самих. На гей до сих пор пальцем показывают. Знаете, что закон сейчас выходит? Те, кто заключает. Меня это не касается, просто пример атмосферы в России. Приезжают в Россию, два мужчины или две женщины, брак вступают за рубежом, получают официальные документы. В России сейчас принимается закон, эти документы недействительны. То есть это не семейная пара. Это просто отношения. Так вот, надо, чтобы их было поменьше, и чтобы они были нормальными людьми. То, что находится в половых органах снаружи, несмотря на это, очень опасно, но для человека это уязвимость, но или у них температура будет, как положено, 2-3 градуса меньше температуры тела, или мужчина во время своего развития отстает так, что становится даже не женщиной, у нее свои гормоны, свои эти самые железы вырабатываются, вернее, созревает. Вот. А получается мужчина-памперсник или оно. Вот это самое страшное, непонятое никем никогда, к сожалению. К огромному сожалению. Вот. Но китайцы, мне кажется, что они там руководство не памперсники сидят, а нормальные руководители Китая. И, наверное, это когда-то... Вы понимаете, Китай, я привожу пример, чтобы сравнивать. Половина Китая были наркоманами, от слова это, опиумниками. Пол Китая. Страшное разорение, дикое, эти бесконечные болезни, войны, и миллионы трупов. У них погибало в войнах больше, чем у нас вся Европа вместе с Гитлером. Понимаете, что это было? И вот когда навели порядок, и быстро-быстро, и кто-то сказал себе, мужчинам половые органы должны быть снаружи. Вот. А потом давай вспоминать мы Древний Рим, форму одежды вспоминайте. Римский воин, а ведь это наши потомки, а прошло всего несколько десятков поколений. То есть, генетически измениться не могли.
могли только испортить генетику в том плане, что слабый рождал более слабый еще более слабого. И римский воин, 50 килограмм ноша, все он мое ношу с собой, в коротенькой юбочке, и это было фактом. Вот. И страшная сила, которая половину мира завоевала. Вот это было. А сейчас уже эти самые, сейчас я еще, у меня будет отдельная тема, это, наверное, отдельный фильм, потому что вы просто, если дольше буду говорить, подключайтесь. Вы сюда собрались ради садоводства. Так, закончили мы эту тему именно на сегодня. Я сейчас переключаюсь на вопросы-ответы. Я переключаюсь на вопросы-ответы. Так, вот вебинар. Войти в комнату. Так. Это мы отключаем, останавливаем. Так. Не забывайте, здесь есть каталог себя, каталог черенков. Потом локти будете кусать. Единственный человек, который вне конкуренции, это Ильяна Александровна Савельевич, в надежде, что когда-то на этих клонах появится ее фамилия и моя. Представляете, вот это деревце, да? Какая могучая, 2 с лишним метра прививка сливы, уже до этого приученная Чернобаевым, на моем абрикосе. Он на культурное прививал сливы, получил розовые плоды, а что я получу? Неизвестно. А что потом от садоведчика возьмет или Александр Савинич получит, еще более неизвестно. Но десятки, вот только здесь десятки диссертаций. И докторские звания. Только здесь. Это так просто. Потому что, ну, надо же было ей сказать следующее, что в это самое. У железа растут двухметровая прирост. Не может быть. Ведь целую справку же делать пришлось. Полдня это мерила, ходила. Интересно, вот это померило. Это какое будущее? Ой, дух захватывает. Это посреди центра Сибири. Рядом же центр, так называемый центр Евразии или Азиатского материка.